Всем привет, друзья, с Митим Поз, и мы продолжаем играть в игру Европа Нуар 6, 1914 год. И на очереди у нас седьмая миссия прохождения за османов, Battle of Chanakbayar. Она так называется, надеюсь, эта миссия будет не оборонительная, хотя, судя по тому, что я вижу, мы только и обороняемся в принципе. Я не понимаю, османы хоть чем-то другим занимались на войне, кроме как защищали свои территории? Они какие-то наступательные операции проводили? Блин, да вы задрали. Пожалуйста, хватит оборонительных миссий. Удержать 3 точки за 16 раундов. Так, раз, два, три, четыре. Ну, понятно, эту мы теряем. Не, ну, слушайте, южная это далеко. Вы чё? Вы чё так? Ну, и, судя по всему, противника будут подкрепления приходить, потому что что-то их маловато. Такими силами, конечно, они далеко не пройдут, поэтому, да. Будут сейчас подкрепления. Дальность. Две клетки. Я понадеялся на что-то более значительное. Так. Так. Строить ли Академию или мы не успеем? Потому что, скорее всего, для постройки Академии нам понадобится еще улучшать город на 120. Наверное, не буду этого делать. Обойдемся без эйрбомбина. Обойдемся. В этот раз обойдемся. У нас есть подлодка. Я думаю поставить сюда генерала. Нашего. Давай с краешку начнем. Почему бы нет? О, сразу заминусили, отлично. У нас нету... Да ладно, ну чё вы так? У нас нету этой артиллерийского завода. Ну, чё вы такие злые? Её строить надо отдельно. Бляха-муха. Ну давайте построим. Как же я без завода-то артиллерийского? А я не могу его построить. Мне надо сносить конюшню. Чёрт возьми. Я могу ещё, кстати говоря... Генералов заказать, нет? Могу, не могу. Давайте снесем. Мне кажется, завод здесь будет поэффективнее. Ну, артиллерия, имею в виду, будет поэффективнее. Или, может быть, флот... Ой, может быть, надо было флот заказывать. Кстати говоря. Ладно, уже, наверное, пофиг. Уже пофиг. Сорок шесть. Девяносто. 82. И вот надо было здесь не так. Я походил неправильно. Ну ладно. Легкая артиллерия. Отлично. Еще одного генерала заказываем. Потеряем город, не потеряем. Увы, но город у нас потерян, к сожалению. А вражеский... Кавалерист к нам сейчас подошел. Надо бы ему как-то ответить. Давайте залпом. 31, 65, 57. Я думаю, нормально. Ой, все, больше не атакую этим отрядом. 48. Ну, как я и предполагал, вот и подкрепление. Как же без него? Где генерал? Ты куда? Ты куда пошел? Я еще с тобой не договорил, товарищ Маузер. 73. Нормально мы его так мочим. Ой, это кто? Твою мать, еще из севера. Да ну перестаньте вы. Так.
Ставим пулеметчиков, будем обороняться уже возле города по факту. 79. 60. Здесь гады высадились. Так, генералов, с генералом все ясно. Дайте следующего. Надо город захватить. В идеале, конечно. 108. А что вдруг? Знаете, как в рекламе. Его надо захватить. Это максимально желательный исход. Но мы потеряли генерала и... Не судьба. Нам его сейчас захватить. Ой, хорош. Так, пехота, куда бы тебя пристроить? Давай на артиллерию. А кем я не походил? А, у меня еще кавалерист тут есть, ё-моё. А, давай кавалериста сюда. Пехота пусть стоит в городе. Ее задача оборонять город. Одну арту мы теряем. Увы. Ну, ничего с этим не поделать. Эх, блин, думал, сейчас получится отбиться. Тут 26. Так, город под защитой. Ну, в принципе, тут союзный артиллерист есть. Ну, чем мне его не дали? Я был бы доволен. Лучше будет 4 артиллериста. Ладно. Продолжаем майнкамф. Борьбу. Так. 96. 43. Так, генерал. Ты куда подошел? Отойди. Не надо так. Так близко. 75. Здесь давай выйдем к артиллеристу вражескому. Скажем ему наши фи. И еще одних пулеметчиков закажем. Оу, щет. Еще. Еще десант. Злодраный. Так. Больше города терять нельзя. Тут еще у них... Не, ну этих ребят, я думаю, бояться не стоит. Хотя... Я не знаю, как думаете. Куда артиллерию направлять? Не, давайте поможем. Поможем союзникам. Ой, 103. Пощечина такая. На! Ладно, дальше. Да хорош меня преследовать, ну что тебе надо-то? Прекрати, пожалуйста. Не надо. Я не хочу. Отстань от меня. Ой-ой, это больно. Давайте от артиллерии нанесем удар. Сейчас эти еще гады высадятся. Сколько ходов осталось? Еще 7 ходов. Это целая вечность. Все, на юге чисто. На юге, друзья, мы справились. Отразили удар. Можем двигаться. Все силы на север пускать. У нас, правда, сил тут нету. Но мы можем их пускать, если бы они у нас были. Правда, замечательно. Артиллерия, пора с тобой кончать. О, я забыл про этот интересный фактор. А ну-ка, давай-ка еще. 10. А ну давай еще. Иди-ка сюда. Стоп, нет, давай не так, давай вот так. Вот. На. Хо-хо-хо, приятно как. Восполнение потерь, это прям очень имбовый скилл. Что происходит? Стопэ.
мне это не нравится. Какого ляда? Так, на юге в безопасности, да? Я думаю, можно спокойно их оставлять. А, так. А, я в упор не могу еще... У-у-у. Неприятно. 138. 26. Сколько хп? 14. Я, кажется, знаю, что я с тобой сейчас делаю. Иди сюда, сладенький. Дастиш, фантастиш. Продолжаем. 22. Нам же 3 нужно города удержать. Да, все нормально. Все под контролем. На юг те ребята не зарятся. Эти стоят до последнего. Обороняются. Все правильно, так и надо. Получи по щам. Так, что мне здесь делать? Мне не нравится, что происходит. Можно я расформирую этот отряд? Я чуть-чуть очкую. Скажем это так. 49. Ладно, один ход, я думаю, не потеряем город. Все, не потеряли город. Создаем нормальный отряд. Так. Что у вас так много? Переводим войска, короче, вот сюда, потому что что-то я начинаю переживать за сложившуюся ситуацию на севере нашей карты. На юге все спокойно, по центру тоже нормально. Эти ребята ничего не успеют сделать, а вот на севере могут успеть напакостить. Ну да, вы гляньте, пакость это еще и как. Вы это бросьте. 87. Так. 68. 26. Пу-пу-пу. Еще 2 хода. Я думаю, протянем. Как-нибудь или не протянем. Слушайте, давайте, наверное, кавалериста сюда запихну. Мне кажется, он со своей имбовостью может как-то, ну, зарешать ситуацию. 87. 27. На пулеметчиков. Ну, почему бы и нет? Почему бы кавалерии не ударить по пулеметчикам? По-моему, хороший план, надежный, как швейцарские часы. Делаем ход и получаем победу. А, 16. Ясно. Хорошо, хоть я ничего плохого не успел за это время сделать. Ага, тут нормально все, нет? Все под контролем, ребят. Вы держитесь. Плюс ракет, отлично. Давайте, скажите победа, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Вот приятно, когда просишь людей или искусственный интеллект, и берут и помогают. Почему бы нет? На этом все, друзья. 7-я миссия подошла к завершению. Я всех благодарю за внимание. С вами был TeamPos. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики и стримы. Ну, а также полезные ссылочки в описании под этим видео. Дискорд, группа ВКонтакте, ну и все остальное. Всем спасибо, всем пока и удачи.